День добрых дел. У Алисы чудесная улыбка, открытая и жизнерадостная. Она так искренне радуется всему, что поневоле заражаешься ее весельем и начинаешь улыбаться вместе с ней. Хотя, на первый взгляд, ничего особенно радостного в жизни Алисы нет. У девочки тяжелая форма ДЦП. Она не может не то что ходить, даже держать голову прямо удается ей с трудом. Алиса не говорит, не может произнести ни единого слова и только улыбается радостно и светло. Особенно ее радует, когда с ней разговаривают. Алиса многое понимает. Это заметно по взгляду, повороту головы, небольшим движением рук. Алисе нравится, когда ее достают из инвалидной коляски и держат на руках. А еще она любит ходить в специальном костюме, как будто привязанная к ведущему ее человеку. Кажется, будто Алиса идет сама. К сожалению, кроме ДЦП, в ее карточке написано еще много диагнозов. Алису нельзя вылечить, но это не значит, что ей нельзя помочь. Алиса может научиться контролировать свои движения. Немного потренировавшись, она сможет показывать взглядом на специальные карточки с нарисованными на них предметами, чтобы близкие понимали ее просьбы и желания. Занимаются с Алисой педагоги Центра поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу добра». Но без нашей помощи Алисе не справиться. Для того, чтобы Центр «Дорогу добра» работал, на один учебный год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе поможем собрать десятую часть необходимой суммы – 300 тысяч рублей. И тогда особые ребята смогут расти и развиваться наравне со сверстниками, ходить в детский сад и школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. Отправьте смс на номер 3443 с текстом «Ребята» и через пробел суммы пожертвования цифрами. И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном смс. 3443. Сервис доступен для МТС, Мегафон и Билайн. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.